Всем привет, мы играем против босницы на ческом. Ой, какой ческом? На плейчесе. Ческом я играл до этого. Так, g6. Опять-таки не двигает центральные пешки. Ну да ладно. c5. Поборемся за поле d4. Взяли. Отпрыгов коня нету эффективных, поэтому бояться нечего, что слон на g2 такой притаившийся. Хотя вот сейчас он отдает на b2. Почему не могу взять? Ну и ушел обратно. Нападает на c5. b6 играть не могу, да? Ладно, взял еще. Взял еще на a2. Так. Взял сюда. Не, ну, Коля, если лопать, так лопать по полной. Объедать всего. Так. Слон g4. Куда он пойдет? Давайте попробуем. На коня напал. А, вот он ход. Надо убегать. И на b7 защищать. Только так. Потому что на b7 висел, а за b7 конь провис бы. Это мы выбили. На e7 висит, да? И на b7. По-моему, b6 играть надо. И на ферзь бьет e7, ладья e8. У нас лишняя пешка пока, и тут две связанные проходные, но не все так просто. Напал на ладью. На ладью b1. Он не видит. Спасибо. Напал на ладью, на слона. Ну, ладья Е1, единственный ход. Да. Так. F6. Есть ход хороший, вводя. Подрыв, да еще и с темпом. Взяли. У него слон на Е3 висячий. А, он на размен поставил. Но это уже выигранная позиция. Сюда. Хочу слонов поменять. Вот так. Поменяем. Пост 2, эти пешки на фланге, они решат судьбу этой партии. Я не знаю. Вот слон F3, по-моему, ход не туда был. Надо было ему куда-то по этой, потому что поле F7 держать. Он сейчас побьет, а бью ладью, ладья E7, ладья F7. А если бы слон стоял где-то на диагонали, у меня не было бы хода ладья F7. Взял. Ну, по седьмой прикрыл все это хозяйство. Это мы отойдем. Такой ход, время. Про это забывать не надо.
Ну и погнал пешку. Спасибо. Может, пиздашься? Нет. Вперед. Дальше. А, дальше. На это было заготовлено это. Погнали. Побили. Сюда. Погнали. Ну не знаю, что он не сдается. Какой смысл это катать? Так, защитился. Ой, а что я защитился? Я же мог ферзя поставить. Я уже расслабился. Ну да ладно. Ферзь. Сюда. Шах. 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 Ну и мат. Сейчас будет линейный. Нет, не будет, сдался. Всем пока.